Три NFT-игры, в которых ты сможешь заработать совершенно без вложений. Салют, на связи Крас и добро пожаловать в Metaverse. Не забудь подписаться на YouTube и Telegram, а также прожми лайк, ведь сегодня я расскажу о нескольких NFT-играх, в которых ты сможешь заработать от пары до десятки долларов. Возможно, это прозвучит не так многообещающе, как сотни и тысячи баксов, но это все равно куда лучше, чем просиживать все время за компом или телефоном совершенно бесплатно. И первый проект – это Wonplay. Многие уже о нем слышали. Данная платформа объединяет множество игр, в которых вы сможете зарабатывать и получать токены EOS. На данный момент на платформе уже существует множество мобильных и компьютерных игр. Например, если ты любишь играть в World of Tanks, то ты можешь играть в нее дальше через эту платформу и еще зарабатывать. Немаловажно, что платформа каждый день и раз в неделю раздает своим пользователям боксы, в которых ты можешь получать токены и NFT различных игр. Заработок здесь происходит за счет выполнения различных заданий в играх, а также, например, за скачку и установку игр. Следующая игра у нас Nine Chronicles. Это уже довольно старенькая игра, однако разработчики все еще выплачивают игрокам, а также делают обновления. Еще в феврале, играя в эту игру, можно было заработать в районе 300 долларов за полмесяца. Сейчас, конечно, уже не такой заработок, но это все равно неплохие деньги. Nine Chronicles — это RPG, где игроки сражаются друг с другом или монстрами, чтобы получить награды и ресурсы. В игре присутствуют арены, подземелья и даже крафт. Для заработка вам понадобится либо занимать первые места на аренах, либо крафтить новые предметы и продавать их на маркетплейсе. На данный момент заработать в ней можно не так много, но если вы имеете несколько аккаунтов, то ваш заработок может вырасти в разы. Все ссылки на данные игры из топа вы найдете в описании к этому видео, а еще больше игр, гайдов и полезной информации, как зарабатывать на NFT играх и криптовалюте без вложений в моем телеграм-канале. Буду рад вашей подписке. И первое место в нашем топе NFT игр без вложений – Voxis. И это, по моему мнению, является одной из лучших игры без вложений среди многих NFT игрушек, в которые мы можем заработать. Для регистрации в данной игре вам уже потребуется кошелек MetaMask. Если вы не знаете, как им пользоваться, я оставлю ссылку на свой гайд в описании. Для вывода в данной игре необходимо собрать 10 токенов, что составляет примерно 2-3 доллара. Игра делит пользователей на две арены – для free-to-play и для игроков с NFT персонажами. За победу на аренах вы получаете токены, а также небольшой шанс получить еще и NFT-шку, а NFT персонажи в игре на OpenSea уже стоят по 300 долларов и выше. Игра очень интересная, но пока доступна только на компьютеры. В ближайшее время она должна выйти и на мобильное устройство, так что не советую пропускать. Вот такой небольшой топ у нас получился. Подписывайся на канал в YouTube, а также Телеграме. Посмотри другие видео на этом канале о NFT играх и встретимся в метавселенной.